Ребята, всем привет! Ехал мимо и вот решил остановиться. Увидел, прицепы стоят. Московское шоссе, выезд из Нижнего Новгорода. Магазин «Адреналин» торгует. Я ничего не хочу сказать про «Адреналин», ничего не хочу сказать про прицепы плохого. Прицепы бюджетные, но что я хотел показать? Показать, что за зиму с ними случилось. Они здесь стоят зимы, окраска, бюджетный вариант. Вот, как вы видите, все бюджетное, все покрашенное, оно имеет свойство ржаветь. Все стоечки уже. Вот. И, конечно, требуется предпродажная подготовка и хорошая. Этот прицепчик, по всей вероятности, подороже, значит, он по размерам побольше. Вот, поэтому. Так, цена у них 29 300, но это двухметровые. Ну, конечно, все разукомплектовано, продается и требует, конечно, доработки, предпродажной подготовки. Это прицепы фирмы Лакер. Все Петропласт фирма называется. Это подкрылки или брызговики. Вот они, кстати, как себя ведут от солнца и холода. Вот, прицепчикам требуется доработка. О, какой красавец, красавец. Смотрите, как красиво. Ну и цена, соответственно, красивая, 29 300 рублей. Это самые дешевые прицепы на сегодняшний день в Нижнем Новгороде. Размер прицепа, ну, тут габарит приведен, 325 это габарит по длине, 1750 это ширина и 760 высота. Рессорная подвеска, 750 полная масса, 13 резина. В общем, подкачать шины, поставить вилки убитые, раздолбленные, как-то покрасить, что ли, фонари сзади повесить, подкачать, крылья поправить. То есть это все нужно сделать для того, чтобы продать. Вот здесь очень хорошо держится вилочка. Ну а что вы хотели? Бюджетный прицеп. Кто-то, кому-то жалко этих денег, а кто-то покупает такие, кому-то проще покрасить. Так что на любой вкус и цвет. Ну вот продать их в таком виде, мне кажется, проблематично и долго. Надо хотя бы помыть, что ли, обработать как-то. Вот здесь вот колесо спущено. Стоит. Вот такая у нас бойкая торговля идет в Нижнем Новгороде. Это прицепы с прошлого года. Прицеп фирмы Лайкер. 29 300 рублей. Его цена. Ничего, в принципе, интересного нету. Просто дешево. Соответственно, никаких противотуманных или фонарей заднего входа здесь нет. Это бюджетный вариант. Да, кстати, вот здесь вот есть лайкер. Вот это мы сейчас проходим МЗСА, оцинкованные. Но здесь еще есть лайкер. Да, вот лайкер, сейчас они пойдут. Вот эти варианты тоже оцинкованные. Но цинк тут какой-то странный. Как-то все тут очень шуршаво сделано. И вот и оси уже тут тоже пошли. Но это все краска. А там вот я смотрю, весь сайлентблок уже растрескался. Да и амортизаторы тоже, смотрите, какие уже пошли. Такое ощущение, что на нем ездили. О, тут классная тоже вилочка. Шикарная. Да, лайкер, рецепт лайкер, Smart Trailer 300, 300 килограмм, 250, что получается 700 килограмм. Да, вот так вот крылышки у них стоят, красиво, ничего не бывает. Зато это бюджетный вариант, он стоит где-то 32 тысячи рублей, здесь под коротенькие лодочки какие-то. Вот так вот это выглядит. Ну, лакер фирма дешевая, вернее, продукция, которую он делает, она дешевая, бюджетная. То есть ширпотреб.
А здесь вот пошел уже МЗСА. Здесь уже получше все, покрасивее, может посвежее. Да, МЗСАшный. Развернутые амортизаторы. В общем, все красиво, интересно. Он требует доработки. Вот смотрите. Кому нужно прицеп бюджетный, можете смело покупать лайкер. А здесь фонари даже куда-то ушли. Кто-то их скоунизил, наверное. Продажка требуется. Я не знаю, как такие прицепы можно продавать. Хотя бы надо помыть, что ли, как минимум. Вот видите, как все красиво. Красивые прицепчики. О, здесь надо стеклышки повесить, наверное. На обои. О, прелесть. Да, вот такая бойкая торговля идет на обочине в Нижнем Новгороде, на Московском шоссе. Сегодня 26 марта 2019 года. Адреналин.ру успешно торгует бюджетной продукцией.